умение слушать и понимать. И это умение от нашего города не отнять. Зачем переплачивать? Зачем это делать? Есть, конечно, странные господа, и без них страна не страна. Но в основе мы не будем платить, хоть нас и заставляют. Мы не собираемся вас кормить. Мы с удовольствием большим тратим деньги небольшие. Итак, мы сделали выборы. И вы думаете, что с деньгами все будет хорошо. Не знаю, может быть такое случится, а может такое не случится. Но тем не менее, есть одно место, где вы никогда не будете думать о своих деньгах. По одной простой причине. Магазин «Орион» никогда на вас деньги не зарабатывал. Вы получаете удовольствие, когда дарите детям подарки. Вот для этого мы сюда и зайдем, посмотрим. Почему вам нравится магазин «Орион»? Ну, цены приемлемые, ассортимент большой. Ребенку самое главное нравится. Им нравится. Это, да, по-моему, самое главное. Да. Сам главный ребенок, он сюда и ведет. Почему вам нравится магазин «Орион»? Мне? Да, 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 вам. Выбора очень много. Вот. Выбора много, да? А у вас еще ребенок есть, правильно? Конечно. То есть ему тоже нравится? Ему. Тебе нравится? Да. Нравится? Да. Двигается, не знаю, что выбрать. Нормально. Вообще отлично, и все нормально здесь. Почему вам нравится магазин «Орион»? Дешево. Дешево. Обратите внимание, я вот, мы просто рядышком стоим, да, вот здесь грузовики такие. Не то, что грузовики, это вот тракс, это очень серьезная штука. Ага. То есть это в других вещах она стоит в разы дороже. Ну, все верно. Здесь дешево и выбор огромный. А почему вам нравится магазин, наверное? Ну, игрушки, выбор для детей хороший. Выбор хороший, да? Мы же на детях не будем экономить. Ну, конечно, нет. Мы не экономим на детях. Зачем? То есть есть два варианта, да? В смысле, их много вариантов, да? Mm. Но магазин «Орион» мне чем нравится, то, что здесь как бы цены, в принципе, грамотные и не сильно дорогие. Да, да. Я в другие места захожу, и у меня такой, знаете, шок такой. Я что-то не понимаю. Мы для детей деньги пытаемся не экономить. Но зачем переплачивать такие бабки? Я что-то не въезжаю. Ну, я тоже не знаю, зачем переплачивать, когда я здесь могу подойти, выбрать, и выбор хороший, и подешевле будет, чем в других магазинах. Да? Один маленький вопрос. Почему вам нравится магазин «Орион»? Да, выбор большой игрушек. Выбор большой, да? А количество? А дешевизна? Дешевле намного, чем в городе, наверное. Мы сами не местным приехали. Набираем игрушки для садика. Вот это клево, да? То, что в городе, оказывается, здесь можно найти и дешево, и сердито. Да. И выбор лучше только из-за выбора. И из-за цены. Скажите, пожалуйста, почему вам нравится магазин «Орион»? Просто вопрос. Вы знаете, я вообще-то гость «Магнитки». Я из Белорецка, поэтому, можно сказать, первый раз просто сосноховец с внуком приехала. Ну, выбор, конечно, хороший. Я так понимаю, что, в принципе, из Белорецка 70 километров можно сюда доехать. Ну, конечно. То есть мы когда говорим, я просто уже немножко от себя расскажу, что это самый крутой магазин игрушек в городе Магнитогорске, поверьте мне. Да, 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 я согласна. Выбор огромный. Ну и, наверное, обслуживание соответственно. Будем надеяться. Скажите нам, пожалуйста, почему вам нравится магазин «Орион»? Потому что здесь очень много, большой ассортимент и цены приемлемые вообще. Прям красота. Красотища какая-то. Цены вообще здесь хорошие. По сравнению с городскими магазинами, это небо и земля. Небо и земля. Да. Ну вот так вот, вот так вот. И где большая часть жителей Магнитогорска и окрестностей может потратить небольшие деньги? Здесь, на зеленом рынке. Как доехать просто с севера-запад города. Здесь все дешевле, чем где-либо. Все-все-все. И наши, точнее ваши, любимые игрушки тоже. Потому что вы наше будущее. Вы наши любимые и ненаглядные дети. А как вы хотите? А как вы хотите? Я просто сегодня вам показал, что люди думают. Я им задал один единственный вопрос. Что вы думаете о магазине «Орион»? Как вы прекрасно понимаете, наши думки сочетаются с нашей действительностью. Вы не тратите деньги, вы просто получаете удовольствие, которое затем уже вам ребенок просто скажет огромное спасибо, папа или мама.